Всем привет, с вами Тролль, и это Шара Ньюс. Чемпионат по хоккею. Участвуй в матчах, копи баллы и получай подарки. Не забывай, что можно купить баллы за румбики. А также для владельцев карт ждет бонус – удвоение очков. Какой подарок тебе понравился больше всего? Делись в комментариях. Новогодние чудеса. Шаррам карты на 6 месяцев со скидкой 50%. Только до 6 января. Фишка мания продолжается. Получи еще одну последнюю фишку, выиграв в чемпионате по хоккею. Вот так выглядит дом, который является главным призом фишка мании. Наш Шаррам летит астероид. Только ты сможешь спасти Шаррам от уничтожения. Покажи свои навыки агента в миссии и получи шапку звезды. Новый мини-квест. Пройдя 4 задания, мы можем получить не только смешинки и звездочки, но и камин улей. Да-да, ты сам все знаешь. Царя горы новые подарки. Призами, за которые можно побороться на этой неделе, на вашем экране. Главным стала магия шеф из будущего. Выглядит она вот так. Ну на этом все. С вами был Тролль. Подписывайтесь на канал Шаррама, ставьте лайки, пишите комментарии. Понравилось вам данное обновление. Я желаю всем счастливого Нового года. Побольше мандаринок, побольше счастья. Всем пока.